подписывайтесь на наш канал. Мне тут достался УАЗик. Вот в таком виде. Он, конечно, сейчас грязный. Но когда он был чистый, он прям такой зеленый амулет. Вообще атас полный. Фары тут поставил. Но пока их не подключал, потому что не знаю. Возможно, что ДПСники будут тюкать. Будут тюкать — сниму, не будут тюкать — подключу. Ну вот такая вот машина. Вот так вот у меня сзади тут. Кто-то тут возил собак. О. Коленвал тут у меня валяется. От шахи. Точнее, не от шахи, а от Нивы. Вот. Ниву я там разбираю. Ну вот так у меня тут всякий хлам лежит. Лампочки здесь плохо светили, я их все поменял. И там, и там. Вот. Вообще первое, что я начал делать на этой машине, это поменял все лампочки. Вот. А дальше дверь тут была просевшая. Я вот эту петелечку отвернул, взял обыкновенную картоночку, подложил и обратно все прикрутил. И теперь дверь закрывается идеально. Хоп. Перекосиков никаких нету. Вот мне надо было ободрать, а я что-то не подумал об этом. Ну ладно, потом. Так что подписывайтесь на наш канал, смотрите нас в Ютубе. Итак, снял я рулевой уплотнитель. У меня он выглядит вот так вот. Между двумя пластинами стоял вот такой вот шарик. И он создавал звуки при повороте руля. Вот даже видно, вот тут он натер, как он крутился. Неприятно создал. И плюс еще грохотал. Хотя, в принципе, был затянут довольно-таки плотно. Вот. Но все равно он создавал какие-то звуки. Непонятно, с чем это было связано. В итоге я купил новый. Купил. И у одного блогера я там подсмотрел, что он делает. Он вот здесь вынимает железную втулку, распиливает ее, обратно туда вставляет. С этой стороны делает то же самое и двумя хомутами затягивает. Любая идея имеет смысл быть. Я подумал о другом. Зачем нужна вот эта железная втулка и хомут, когда теоретически можно использовать вместо нее обыкновенное резиновое кольцо такого же размера, как втулка. Я вот их купил по два кольца на сторону. Вот. И уже собирался было поставить все это дело. Но когда я снял свою вот эту штуку, то обнаружил, что внутри нее тоже стоят резиновые кольца, которые соответствуют тем, которым я купил, даже чуть побольше. И я подумал, о, а проще же, наверное, вместо вот этого кольца поставить вот это железное кольцо и все собрать, ничего не затягивая. Да? В итоге, короче, пошел я собирать, и потом я расскажу свои ощущения. Ну, пока все на этом. То есть, таких кольца на самом деле два, вот еще одно. То есть, по факту, как раз то, что мне нужно. А это пока в сторону. Погнали! В итоге, смотрите, я ее как бы установил. Вот, и тут маленький косяк вышел. Вот, если сверху и снизу два болта брать, там расстояние между ними чуть меньше. А левые и правые
если брать расстояние, оно больше. Так вот, мне, как я ни крутил, только не получилось поставить эту штуку правильно, как она должна быть. И в итоге, короче, я поставил большим размером наверх, она немножко скукожилась, а маленьким размером слева-справа. Вот. Ну и прикрутил, все стоит. По-другому, блин, ну никак не вставало. Вот. Ну ладно, сейчас будем выезжать, и я буду пробовать смотреть, как чего теперь себя ведет. Ну что, вот мы и поменяли эту прокладку, так сказать, между рулем и сиденьем. Вот. И это, что я могу хочу сказать-то? Вот этот скрежет отсутствует. И стуки перестали. Нет теперь стуков. Как будто я поменял вообще всю рулевую. Нету. Все. Чисто. Единственный косяк, который остался, это я тут недавно покупал ВАЗ Потребсоюз руль. И видите, с каким дефектом он. У него вот эта штучка, она неровно стоит. Его сварили там, ну или как они его там делали, выливали. И вот она там. Внимание, остаток бака 0. О, 0 в баке.
И вот она тут натерла. А где-то вон большой зазор. А так по факту мне очень все нравится. В общем, всем пока, а мы поехали за новыми видео. Короче, из чего? Подписывайтесь на наш канал.